Ну, существует автоэкспертные передачи, существует авторитетная передача, существует, ну, просто мнение программы «Автостоп». И это свое мнение мы вам сегодня донесем вместе с любимым нашим автоградом, который является официальным дилером Таганрогского автомобильного завода. И, соответственно, все марки Hyundai от Акцента до Санта-Фе, ну, и еще и Сонату, они продают. Так вот, сегодняшнее мнение наше будет заключаться в следующем. Мы немножко развеем автоэкспертное мнение. Знаете почему? Потому что вот автоэксперты утверждают преимущество полного привода, забывая, что тот автомобиль, который они пиарят, выпускается и в моноприводе. И при этом Impreza в моноприводе — это очень экономичный автомобиль. Но, видать, такие эксперты, что не знают. Вот, ладно. Потом кто-то рекомендовал посмотреть, сколько машин на литре солярки проедет. Скажем честно, местные бензобаки имеют очень большую площадь дна. Так вот, литра вам не хватит ни на что практически. Так что надо сыпать так побольше. А если вы еще и в горку поедете, то я думаю, что вот сколько вы туда бы не залили, этого будет мало. Дальше что? А дальше, опять же, кто-то поэкспериментировал. Ну, автостопы, эксперименты более взрослые, не детские, скажем так, конкретные. Скоро вы увидите реализацию. Ну и сегодня мы тоже проэкспериментировали с автомобилем Hyundai Santa Fe с 2-литровым турбодизелем. Суть эксперимента. Сейчас будет вообще интересно. На улице сколько у нас? Минус 21. И за 15, да даже за 20 минут ваш автомобиль так не остынет, что потом при необходимости вам надо было солярку добывать. Мы заправились самой-самой никакой соляркой. Потому что какую солярку у нас? Ну, физически никто не завозит. А для этого надо в автограде еще добавочку купить. Антигерь. Ну вот, ну, мы туда его не добавляли. И попросили подготовить нам автомобиль к съемкам где-то к 12 часам. Сори, холодно было, еще кое-что какие дела были. Приехали мы спустя 5 часов на улице. Минус 21, время 17.00. Не вру. Ну и завели, кстати, турбодизель. Скажем так, ну, с некоторыми проблемами, но завели. И это есть гуд. Теперь про автомобиль и, собственно говоря, о преимуществах уже от автограда. Автомобиль Hyundai Santa Fe Classic с передним приводом, есть и такой вариант, да, с 2-литровым турбодизельником, я уже сказал, мощность 112 лошадиных сил. Ну, а дизельные лошадки, они своеобразные. То есть сначала кажется, что они, ну, слегка такие тяжелые на подъем. Но вот когда вы утопили на гашетку и тяжеловоз понял, что как бы, ну, вести надо, он везет, без вопросов. Но при этом еще и на механке. Соответственно, расход здесь будет, ну, просто смешной. А амбиции, ну, амбиции джипа, потому что Hyundai Santa Fe — это все-таки джип, хотя и паркетник. Поэтому и на переднем приводе вы можете полазить. Суть событий данного переднего привода — это при всем при том, что климат-контроль, два аэрбэга, места хватает и переди, и сзади. Любимые тканевые сиденья, все-таки кожа немножко меня смущает, потому как, опять же, холодно, блин. Да, и подогрев сидений. Уже, честно говоря, его можно выключить. И место. Трансформируемый салон, разумеется, пожалуйста, используйте ваш паркетник как универсал. При этом он, ну, повышенной проходимости и, соответственно, является прямым конкурентом Subaru Forester. Почему и нет? Ну, по цене, конечно, это не Subaru Forester. И этот автомобиль стоит немногим более 650 тысяч рублей. Другие варианты из почти 3-литровой шестеркой — это примерно на 120 тысяч дороже, но там уже полный привод, разумеется, дифференциал помощнее, повышенного трения и, пожалуйста, ластик куда угодно. Что касается любимого автограда и почему я его так усиленно пиарю, потому что политика этого подразделения магнитогорской торговли — это все-таки амалогированные к России производства. И в тот момент, когда другие конкуренты продают свои автомобили, при этом зарабатывая, но, ну, не очень много, то есть 5% это дилерский сбор, а вот остальное, а вот за остальное многим приходится краснеть. Почему? Потому что в отличие от автограда, который на свои автомобили имеет весь перечень запасных частей, потому что, опять же, эти автомобили амалогированы в России, производятся в России, у других как-то вот незадачка получается. И, соответственно, рано или поздно машину вы хряпнете, это однозначно, поэтому даже не тешьте себя иллюзиями. И выбирайте такие машинки. Для кого машины?
Ну, наверное, для тех, кто выбирает автомобиль для корпоративного использования. А также, опять же, для того, кто не хочет заморачиваться, зная особенности магнитогорского такого вождения и общероссийского в том числе. Поэтому, приехав в Автоград, вы сегодня еще и, кроме приобретения продукта нормального корейского автопрова, собранного в Таганроге, вы приобретаете еще, это уже абсолютно бесплатно, то есть в качестве подарка, да, за даром, так любил говорить Винни-Пух, мой любимый, комплект зимней резины. А учитывая, что колесики здесь стоят на 16, ну, резинка Nokian, допустим, Хакапелита, колесика стоит, ну, недешево. То есть подарок более чем серьезный. За ним приезжайте в Автоград.